Специальная программа для безнадзорных животных «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания» уже несколько лет действует в Химках. Специалисты ветеринарной клиники выезжают на улицы города, временно усыпляют бездомные животные и перевозят в специальный центр, где его осматривают ветеринары и оказывают необходимую помощь. Это кастрация, если самка, то стерилизация, вакцинация от бешенства, чипирование под холку с чипом с порядковым номером и биркование, установка пластиковой бирки на ухо, которая свидетельствует о том, что животное прошло процедуру ОСВВ и безопасно для населения и может быть выпущено в прежнее место отлова. Заявку на чипирование безнадзорных животных можно подать по телефону горячей линии, которую вы видите на экране, или через сервис «Добродел». Специалисты отловят животное в течение 2 дней. Да, давай.